Всем привет, сейчас буду выходить на связь. Ты там, что ли? Что нам такого? А нет, успокоюсь, видимо. А когда я вот включался, минут, может быть, 10-15 назад примерно, вот, они там что-то обсуждали, прям лезут, короче, какие-то там с гражданскими позывными лезут сюда и что-то там общаются, пускай они... другую частоту передут, ну, там вот подобное, короче. Ну, бывает, мне страшно. Всех приветствую на частоте серой, как меня слышно, принимайте. Да, привет, привет, серый. Ну, на один кубик проходишь у меня. Ага, я сейчас со своей портативкой маленькой Midland, не знаю, сколько у нее мощность, антенна, хвостик, прием. Я вот только услышал антенну, хвостик, вот, больше ничего. А, ну сегодня, значит, прохождение похуже, или вы где-то подальше находитесь? А вы сейчас где, откуда выходите? С какой точки города? Воронеж, Костропольска. Вот, Санарки. А, ну вроде все так же, те же условия. Я сейчас иду по Ташкентской, в сторону Старой Загоры. Вот, в сторону Московского. Вот, вроде такие же условия. Да, наверное, да, погодные условия в тот раз были хорошие. А я вчера что-то выходил в лес, думаю, дай-ка себе послушаю, себе диапазон. Я удивился, май, и нет никого вообще, только вот дальнобойщики и все. Обычно в это время все гремит иностранцами, вот, а это нет никого, удивительно. Ну ладно, не буду отвлекать, 7-3 тогда. Давай, давай, сейчас.